Слава тебе, Иисус, за Голгофский спасение крест. Я славлю тебя, Иисус, за открытую в небо дверь. Спасение ты даровал, книгу жизни записал, на кресте за нас пострадал. Помоги быть верными до конца, не утратить Божий дар, хранить святость во всех своих делах, чтобы, придя к твоим ногам, увидеть в твоих глазах светлый сотвори, Боже, дух правый обнови, дай мне силу бороться со злом, окружающим со всех сторон, чтобы через все мысли и дела мог прославлен быть Бог всегда. Хвала непрестанно была. Ты теперь, если уверена в спасении, можешь ли ты сказать: я твой, Иисус, приходи за мной. Может, завтра настанет день, встретишь Бога на облаках, и как взглянешь ты Ему в глаза. Спеши скорей.